Кто в полуфинале батла 2018 года? Новый проект сайта RapTJ. Глава ХЗ Авлод жадный и многое другое, что происходит в Таджепе. Данная рубрика предназначена для русскоязычной аудитории. Всем привет! С вами Русалина Майерс, и это событие таджикского рэпа. И начнем мы с самого интересного, с рэп-баттла 2018. Уже третий год рэп-баттл доминирует в таджикском рэпе, и каждую неделю молодые рэперы доказывают, насколько рэп-баттл развит в Таджикистане. Но, увы, рэп-баттл 2018 подходит к концу. Но вы не расстраивайтесь, скажу вам по секрету. 11 ноября в ресторане Алмуси будет проходить полуфинал рэп-баттла 2018, в котором примут участие трое из одного клана, один из другого. И это Лэнд из клана ХЗ Авлод и его противник Степа из клана Street Stars. Но если вы не сможете поучаствовать, подписывайтесь на нашу страничку в YouTube-канале 221.su и смотрите в прямом эфире. А также 18 ноября будет проходить батл между представителями одного клана из ХЗ Авлод. Это Шахер и Карлеон. Батл обещает быть жестким. Сайт rap.tj представляет вашему вниманию два проекта, один из которых называется «Рэп Хафта». В него входит 5 топовых трека, которые выбираете вы, именно вы, наши любимые зрители. Второй проект называется «Недооцененные треки», исполнители которых выбирает сама администрация сайта. Исполнители, которые попали в один из двух проектов, получают вознаграждение в размере от 100 до 500 самонов. Ваш любимый рэпер может попасть только в один из двух проектов. Поэтому желаем вашим любимым рэперам удачи и творческих успехов. Барои пур кардани шот дар як XBET шумо ба сайфаи интернет пополнение дароед ва тарзи лозимаи пур кардани шотро интихоб намоед. Барои аз Тоҷикистон пур кардани шот системаи Kiwi ё Яндекс Денгиро истифода баред. Аввал, приложение Kiwi Wallet ё Яндекс Денгиро установка кунед. Аз терминалҳои пургузаронӣ истифода бареду ба Kiwi Wallet ё Yandex Dengi пул гузаронед. Баъди пур кардани шоти Kiwi ё Yandex, шоти 1xBet атонро пур намоед. Глава ХЗ Авлод в одном из рэп-хафта заявил, что он жадный. А тра чи боїсь ми жалки такой мутний в андеграунд на книге? Ма бахилен. Сам Барон является нигером в таджикском рэпе. И сказав, что он жадный, он имел в виду, что его треки выходят таким образом лучше. И его фанаты принимают таким. Не, максат май юга, запад май вахтичам гушмекни. Максат америкос гушмекни, йоки черный рэп стиль гушмекни. Максат рэп ам куча хыдыш, як нон джош джой висиолиги надур, а гайра ям кати брат пад мешни, ма фикр мекни. А мак рэп ам чун куча ме биним. Пеша и санат бы данаш, это улица, во фикре има, да, Максат? Но в жизни он не такой человек, по-моему. Новый клип от профессора М и 0 грамм, который называется «Фахмундани но фахм», над созданием которого работал целых 3 месяца клипмейкер Кинга Даби, в портфолио которого имеется также создание мультиков. Клип вы можете посмотреть на канале самого клипмейкера Кинга Даби. Желаем вам приятного просмотра. С 27 октября в ресторане Алмуси прошел концерт группы ХЗ Авлод под названием «Бузгашти Авлод». Концерт прошел отлично, и зрители остались довольны. А запись концерта вы можете посмотреть на нашем канале Рэп Портал. Приятного просмотра! 5 топовых треков рэп-хафта. На 5-м месте расположился рэпер Зеппер с треком «Музыка никотин». Музыка никотин, музыка никотин, водил музыка ди, рафты дига хати. На 4-м месте расположился клан ХЗ Авлод, Лил Вест и Шахер с треком «Авлод да корай». Третье место занял Эми Би фит Марио при участии Шорух с треком «Чизамоншут». Чизамоншут ки тамоман, намундай нанганомус, пацан
На втором месте VIP TJ Amy B Fit to Boys Dazzle с треком Дуругай Ошики. На первом почетном месте располагается Барон с треком В обои Асар. Опять топовых недооцененных треков мы узнаем позже. И это были все события таджикского рэпа. Желаю всем качевого плейлиста. Пока-пока!